Здравствуйте. Меня зовут Иван Костров, и я делаю проект взаимопомощи. Вот буквально сейчас я нахожусь в Нижегородском районе, это Воскресенское, деревня Воскресенская, и мы сейчас видим, вот видите, сзади меня машины остановились. И тут много автомобилей, а все дело в том, что горит свалка, и люди не остаются безучастными, они помогают друг другу. Даже если службы не справляются, они всегда знают, что кому нужно прийти на помощь. И вот в данном случае помощь требуется тем людям, которые тушат пожар. Здесь уже несколько пожарных расчетов. Вот, я им буду подходить ближе, потому что это даже как бы не очень-то безопасно. Несколько пожарных расчетов, и они не справляются. Соответственно, в деревне люди все знают, что нужно помочь. Они всегда готовы прийти на помощь. И я бы хотел, чтобы в городах ситуация была следующим образом, схожим образом, как сейчас. Сегодня 19 августа, и я думаю, что это самый показательный роль, которая могла быть про Гуди. Люди должны друг другу помогать. Они должны быть соучастными, должны звать на помощь, люди не должны стесняться. И вот то, что есть хорошего в деревнях, мы должны перенять и жить с этим, быть соучастными.